Александра Ивановна Безродная. Мы встретили это имя, изучая историю первого ударного воскресника в Донбассе. Какой она была? Литовка Безродной. Воскресник, 7 мая 1921 года. Мы вызовем детскую улыбку нашей народной коммунистической лаской. Эта счастливая улыбка будет наградой для многих усталых бойцов. Она согреет все наши сердца. Она соединит нас невидимой нитью. Она предвещает победу. Были грозные годы, упрямые годы. Кони бились в постромках, хрипел пулемет. Но любовь прилетела на крыльях свободы и людей подняла в небывалый полет. Но любовь прилетела на крыльях свободы и людей подняла в небывалый полет. Не в шелках, а в бинтах, бескорыстного дива, без вранья и уловок и пьяной гульбы, до печали наивно, до смерти правдива, золотая простая, как песня трубы. Люди слышат ее на весеннем рассвете и мечтает, и плачет, и просит любой, чтобы шла босиком по зеленой планете революции нашей святая любовь. Чтобы шла босиком по зеленой планете революции нашей святая любовь. Я твоего крика не слышу. Я детский плач и крик слышу. Там! В бахмутских казармах и приютах, в горловских рудниках и на юзовских дорогах 50 тысяч бездомных детей. Они пухнут с голоду, тянут ручки, просят кушать хлеба, а поэтому сдать немедленно те продукты, которые везете для продажи. А кто приказал? Кто посмел? Декрета такого не было! Тихо! И не рыпайтесь, кто там спекулянт, тобой якой куркуляга. Это по железному приказу члена уездного комитета несгибаемого комиссара товарища Безродной. Где он? Стой! Стой, сволочь! Васька, давай в обход! Под вагоны сведи! Под вагоны! Где он? А черт его знает. Да кто же знал, товарищ Алтынников? Интеллигенция, инженер. Сама Безродная за него поручалась. А он как звезданет по зубам и в кусты. Защитница. Но погоди. Мы сейчас просим с тебя за эти ручательства. О, на дрезине шпарил. Спешил, гад. Бежал от кого? От кого только не довелось бегать несчастному русскому интеллигенту. В данном случае от чекистов. Что так? А как? Офицер, дворянин. Чуть что не так тянут. Садитесь. А то, что вошь окопную кормил. Что 5 лет? 5! Гнил в турецком плену, что... Успокойтесь. Выпейте. Извините. Редактор там есть одна.
баба. Поручилась за меня, поверила. Баба, говорите? Безродная? Она. Чудачка. Уехала, схватили. Кричат саботаж. А там смехота одна. Труба упала, разбираться не стали. И куда же теперь, господин инженер? На юг. За кордон. Черт. А может быть, ко мне? Солдатики играть. Последние нищенские эшелоны жечь. Хватит. Мутит меня от пороховой гари. Я работать хочу. Честно работать для России. Не одобряете, значит? Никто вам все равно не поверит, как бы вы ни работали. Только зря брезгуете, господин инженер. Одной мы веревочкой виты. Одной. Я пулей. Вы саботажем. А вы брезговать. Отпустите господина офицера. И впредь не попадайся. Да ты что? Хватит! Атаманы по хуторам за бабами гонятся. Хватит! Вот! Видишь, вот! Чтобы спасти советскую власть, необходимо дать хлеб для промышленности, то есть уголь. Уголь! Это сам Ленин пишет. Сам. А мы-то этот уголек и попридержим. Давай-ка расскажи, безродная, как вышло, что ты перманентно, так сказать, спутала с бандитами? Да ты что, Петр Андреевич? То. Ты за контринженера Вершинина поручалась, ты, бумажка, имеется. Почему? Может, просто мужик приглянулся? Слушай, товарищ Алтынников, хотя мы и хлебали вместе каторжную баланду, но я ручалась и сейчас ручаюсь. Так где же твое классовое чутье? Спелось с врагом? Вот, партийцы сухой балки просят специалиста. А где взять? Мне идти? Или вы, может быть, Петр Андреевич, подскажете им, как все верно в штольях рассчитать? А не знаете. Вот и выходит. Довольно дифференцировать демагогию. Сбежал ваш Вершинин к чертовой матери. Как сбежал? Почему? Вот, значит, утверждено взводом ЧОН. За отказ постановки пьесы, как играющий раньше в любительском кружке, предать Зинулю Марченко суду за саботаж с напечатанием в газете. А голосовали долой курение и матерщину? Голосовали. А они что? Вот этот-то как загнет. Так это... У вас что? Так вот, для напечатания. Идите, идите, товарищ, это потом. Властью данной мне, безродную, от газеты отстраняю. Вплоть до выяснения. Идите.
Не нравится мне все это. Не нравится. Кому же верить? Время такое, Саша. Зажмись в кулак. Прочь жалость, колебания, все эти мерехлюнди. Нет, нет. Нельзя без веры. Невозможно. Алло! Алло! Слышишь меня, Костов? Костов! Две подводы ушли к тебе! Старший Иващенко! Ну да, ну да! Петька! Сапоги? Откуда я тебе возьму сапоги? Нету! Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, но... Через 20 минут мне надо быть в трибунале, так что самую суть. Кто вы? Я безродная Александра Ивановна, редактор газеты. Бывший. Бывший? Сняли. Так значит, вы с жалобой? Не-не, я не с жалобой, а с вопросами. Как быть? Да... Куда идти? Серьезные вопросы, товарищ безродная. Рассказывайте. Безродная. Вот же память стала. Прошу. Что ж, рассказывайте. Значит, так. Мы это, конечно, все понимаем. Такие мужику дайте вдохнуть. Этот вопрос мы наладим. Время нет. Туда нельзя. Хотел, не занят. А кто там? Из уезда, безродная, редактор. А. Так, Александра Ивановна, отменить решение Алтынникова у меня нет оснований. Инженер, ты бежал? Хотя мне бы очень хотелось, чтобы вы оказались правы, а Вершинин невиновен. Но где искать беглеца? Хотя, в этом я, кажется, вам могу помочь. Вы знаете что? Пойдемте со мной, товарищ безродная. Что я хотел у вас... Что я хотел у вас узнать? Сейчас. Так. Ага, вот оно. Курорты... Для рабочих. Вот лозунг советской власти. Поменьше ответственных работников. Чуждых элементов не пускать вовсе. И никаких жен. Это сочинение ваше? Мое. А каких жен? А никаких, никаких. Ну, при чем тут жены? Правильно, ни при чем. Ну, хорошо, идемте. До полной ликвидации банд еще далеко. Кое-кому они внушают надежду... что еще все переменится, что еще раз повторится интервенция. Некоторые элементы еще надеются, что им удастся хотя бы тихо и сапой одолеть советскую власть. Товарищ член ВУЦИК, член ЦК партии, веренный мне беспощадный революционный трибунал по делу саботажников и контры выжигает каленным железом. Вы спросите, товарищи, почему это Власенко назначил заседание штаба Воскресника в трибунале? Видно, неспроста. Согласен, неспроста. Итак, дело в том, почему на Юзовском заводе рухнула труба. Так точно. Садитесь, товарищи. А это кто? Свидетели. Спецы. 37 человек. Но пташки... Рука руку моет. Сколько же они здесь находятся? 5 суток. А трубе этой грош цена. Она не действующая. Ее бы давно разрушить надо и на месте разобраться, что к чему. Граждане, встаньте. И вы тоже.
Мы просим извинить за недоразумение. Идите и спокойно работайте. Я вам наглядно показал одного из наших сегодняшних, злейших, жесточайших врагов. Это бездушие, бюрократизм и глупость. Сколько стоит анархия и хаос, царящие в цехах, откуда сорваны все до единого специалиста? Разве это не такой же удар по нашему красному воскреснику, как саботаж врага? Горбенко, я буду просить дать вам выговор и проведите следствие по делу. Иван Васильевич, что он враг, что ли? Не думаю, но дурак бесспорно, это не менее опасно. Товарищи, нам нужно в корне изменить отношение к специалистам. Иные из них уже с нами. Другие запутались, запуганы, растерялись. Их нужно привлечь, потому что Донбасс без них не поднимем. А вот какой-то умник перестарался. Специалистов, отказавшихся работать, согнал в один эшелон и держит под охраной возле Каменки. Вам, товарищ Безродный, надо поехать туда и уговорить их добровольно возвратиться в Бахмут. Да, вам, Александр Иванович, именно вам. Нужно убедить специалистов вернуться и работать с нами. Ой, как же я с ними? Они ж такие все ученые. Очень желаю удачи. И никаких жен. Появится новое человечество. Появятся новые лица и будут о Красном Отечестве воспоминаниями делиться. Вспомнят первые вздохи великой свободной нации и прочтут далекой эпохи пожелтевшие прокламации. Стыдно. Граждане-специалисты, стыдно держать знания при себе. Вы же учились на народные деньги. И что же? Вас просят Дзержинский и Чубарь. И я прошу вас, я вас очень прошу, помогите! Не оставьте в беде республику! Это она вас просит! Ну что, не выходит? Разреши чесану над крышами полдиска в раз сагитируется. Я сказала убрать конвой. Тихоненко, отведи людей. Ну и катитесь, христопродавцы. Катитесь к чертовой матери. И пусть ваши дети проклянут вас на чужих иммигрантских дорогах. Сан-Ванна! Сан-Ванна! Сан-Ванна, тут он проклятый. Кто? Да этот же Вершинин. Где? Вон там. Гражданин Вершинин! Вершинин, я знаю, что ты здесь. Гражданин Вершинин! Вершинин! Где же ваша совесть? Вершинин! 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 Я тебе поверила! Вершинин! 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 Да хватит орать-то! Здесь я! Я тебе побегаю! За него ручаешься, а он наша вам с кисточкой. Вот ты бы вину свою загладил, сагитировал бы их, а? Ну, вины, положим, нам нет. А агитатор из меня
Ну, пожалуйста, гражданин Вершинин, вы же для них свой. Они вас послушают. Далекой эпохи пожелтевшие прокламации. Попробую, а там будь что будет. Атаман! Сагитировались, гады. Едут в эшелоне с пулеметами. Охрана 20 штыков. Хорошо. Ударим в низине. Добро! Вырезать всех, чтоб ни один живым не ушел. А это что? Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровы. Сам, что ли, сочинил? Сам, сам. А вот и врешь. Блок сочинил. Тоже, как и я, Александр. И невозможное возможно. Дорога долгая и легка. Когда блеснет дали дорожный, мгновенный взор из-под платка, когда звучит тоской острожной глухая песня ямщика. Опоздал ты, Горбенко. Кандауров-то ушел. Ничего, в другой раз не уйдет. Горный инженер Вершинин. Тот самый, между прочим, что я поручалась. Тот самый? И доложи Алтыннику, как увидишь. Хорошо, бандитскую контру из пулемета полоскал. Иди ты, он. Офицер, дело знает. Сашка! Давай носилки! Слушай, осторожно. Горбенко, ну объясни мне, а вот не встреть я его, не уговори. Так и была бы у вас с Алтынниковым на подозрение, как зачумленная. Ну что тебе с ним делить? Да не ссорься ты с ним. Да что
Они с ума сошли! Боюсь, что многое нам делить. Боюсь, что главное нам делить. Я уже не говорю за письменный стол. Отнеси это во вторую комнату. Какой он письменный, если на нем Роза вот уже 10 лет режет голову худой селед. В чем дело, товарищ? Мадам, вы так и решили упечь меня в трибунал. Зачем вам это надо? Вот читайте. Вы опять требуете, чтобы я сдал вам швейную машинку. Сдал велосипед, сдал амуницию, сдал шинели, сдал музыкальные инструменты. Их так и нет у меня, мадам. И за все это я буду иметь ни много ни мало, как трибунал. Как вам это нравится? Что вы еще придумаете на мою бедную голову? Хотите старый талмуд? Он так и есть у меня. Так возьмите, только мне не надо эту цацу трибунал. Ёшка хочет покоя. Покоя, как все хочет Ёшка. Да, в самом деле. А ну-ка пойдем со мной, дорогой товарищ. Мадам, вы добрый человек. Вы должны меня понять. Роза меня уже не пускает домой. Кто желает вместе бороться с кошмарной жизнью, отзовись чуткой музыкальной душе. Жажду устроить свое уютное гнездо. Зайди потом ко мне. Создать свой маленький... Вместо этого будет обращение к специалистам. А где текст? Сейчас будет. Вершинин пишет, тот самый. Что это? А, это Алтынников велел. Да все так грозно. Изъять и не давать больше. Чушь какая-то. О, мадам, приятно слышать добрые слова. Ну как? Готово, вот. Инженерам, техникам, специалистам. Всем надлежит немедленно оставить сомнения и приняться исполнять свой долг. Да ты что, сдурел? Ну, сама говорила, чтоб решительно, честно, четко. Да, это тебе не равняй смирно. Приказы там, рапортички. Садись и пиши. Так, как ты своим дворянским кралем амурные записочки писал. Писал ведь? Да нет, я больше в устном стиле. Она мокрая, что ли? Да ничего она не мокрая. А тебе идет с детем. Да? Безродная? Она самая. Чем занята? Сейчас везу Вершинина. Кого? Ну, нового управляющего. Поторопись! В сухой балке буза! Да ты что? Ячейку разгромили! Сейчас же еду. Хорошо ты угодил дела принимать. Бунт на сухой балке. Далеко еще? Да нет, тут рядом. Стой! 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 Куда вы? Ну, что тут у вас? Бабы разогнали рудничную власть. А Серебровский, я так, управляющий, значит, заявляет, давай-ка мы их, так сказать, в качестве запугивания, амнистированных, посадим в кутузку. Дай наган. Ну и посадил на мою голову. Да ты что, с ума сошла? Они тебя на части разорвут, ты что? А ты что, стрелять? Ну... В кого? Поехали. На! Ты ж писала амнистия! А теперь как? Аман! Решетка! Это же провокация, как вы не понимаете? Тихо! Ты меня знаешь? Так точно, Александра Ивановна, знаю. Я еще чешки вам посылал о вреде курения. Так вот, немедленно освободить. Ну, как? Как члену кома приказываю. Принимай, командир, хозяйство во всей красе.
Желаю удачи, коллега. Благодарю. Ты, товарищ спец, все хорошо проверь. А то этот Серебровский... Ну, ладно. А что? Да черт его знает. Но он какой-то... А засим прошу к пролетариям. Требуют. А ну не налетай, скаженная баба! А ну не налетай! Вылезались на мои шеи! Да идите вы! Ну! Ну пусти! Комиссарша! Ну что, наработала? А ну иди сюда! А ну читай! Читай громко! Все религиозные браки, заключенные после изгнания белых банд в местности ныне советской, считать недействительными, а безродная. Да, правильно! Граждане, что же это такое, а? Вот муж, Ваня, в церкви повенчанный, честь честью, а потом пропал, написали убит. Я за другого вышла. Тоже муж, Ванечка, я ж не могу. А этот вернулся, требует свое. Говорит, в церкви, мол, а я что? Ты ж написала, недействительно. Ну, чего молчишь? Вот именно. А у вас вот новый управляющий рудником. Он пусть и разберется. А ты с двумя оставайся. На всех достанет. Вода заливает штреки, а народ в стельку пьян. Я не знаю, как у вас пьянку остановить, как шахту спасать. Да теперь они целую неделю пить будут, а потом сами перестанут. Пасха ведь началась. Каждая честная девушка смело становись матерью. Вот, митинг будет. О равноправии женщин. О том, что женщина тоже человек. И что к ней нельзя подходить только со словами. Вот, что ее надо разбудить, стряхнуть. Ну что, прямо на митинге? Что? Ну это матерь ее. Ух, вражина. Хватит. Одели давай. Классовая в тебе эта гнильца во всем, что ты видишь. Бабу, извините, женщина. Не везет мне в этом вопросе. Вот только поухаживать хотел, а ты тут... Ха, ухажер. А с пьянью так. Сколько у нас гармонистов, всех сюда. Как родная меня мать пропаждала, вся моя родня напишала. И этого давай. Быстрее. Напишала. Куда мы повернем? Куда мы? Не вгонил бы ты, сынок, у солдаты. Пошел, пошел! Какие будут указания, товарищ начальник? Всех в склад, там тепло. Есть. И штаны отобрать. Да ты что? Христианин и без порток. Как это? А вот так. Проснулся утром, а весь народ перед складом. И пусть портянкой прикроется и каются. А люди решат, отдать штаны или нет. Так где же это такой закон есть, а? А пить? Есть такие законы? Губить шахту? А революцию подводить? Есть такие законы, я вас спрашиваю? Вот что б ты сказала Красной Армии, если б она во время штурма перекопа вздумала выпивать и праздновать церковные дела? Молчишь? Да потому что Красная Армия даже не подумала об этом. Какой же это праздник, если людям выпить нельзя, а? А у нас свой праздник. Без водки, без дурмана. Светло и чисто. Погулять? За милую душу.
Эй, гармонисты, а ну давай! Все ты, сама пустоцвет, и других губишь. Знала б ты, что есть родное дитё. Куда ж ей? Эх, тундра дремучая, в чем упрекнули? Тьма тьмой. Да у нее мальчонка малюсенький. На этапе замерз. А вы... Вершинин, а тебя как дома звали? Дворник Виктор Петровичем, а мама Витенькой. Витенька. Thank you.
Вот, обратите внимание. Здесь рудник, сухая балка. Здесь озеро. Под ним разработки вести нельзя. Но они ведутся. Ведутся. Дальше. Недели через две рвануть. Сам по себе взрыв не страшен. Но он откроет доступ к воде. И вся смена тогда со святыми упокой. И вместо Красного Воскресника похороны. Вы могли бы в это же время ударить по городу. Другого выхода нет. Не мы их так, они нас этим воскресником. Да, но есть одно но. Ну? Грамотный инженер разберется в этом деле. Вместо меня назначен новый управляющий. Он может догадаться, если рассмотрит шахту основательно. Кто? Не имеет значения. Кто? А впрочем, бывший офицер, бывший дворянин, некто Вершинин. Вершинин? Так вот, где ты выплыл, ваше благородие. Сделать надо так. И чтобы Вершинина не тронуть. И чтобы загремела сухая балка. А Вершинину это приписать. Как? Пошлю двоих для отвода глаз. И пусть тогда, господа комиссары, звереют на специалистов. Ха, пойдут шерстить. Сан Ванна! Тихо. Вершинина забрали. Куда забрали? Арестовала ЧК. Его увезли в Бахмут. Что за черт опять? Пошли. К Вершинину на связь были посланы двое. Но явились с повинной. Должны были под клеть заложить динамит. Так что благословил бы нас офицеришка. Десятками гробов в самый воскресник. Именно в тот момент, когда революционный порыв масс... А что по этому поводу думает Александра Ивановна? Тут что-то не так. Сомнения меня одолели. А что, Горпенко? Чё? Кем они в банде были? Те, что к Вершинину шли. Есть на них кровь? Говорят, нету крови. В банде... Рядовыми были. Бежать хотели из банды, но не рискнули. Пришли же. В ЧК не побоялись. Ну, значит, нету крови. Лихо. Как же это? Кандауров. Умный вроде мужик. А их не раскусил. На такое дело не нашел кого понадежнее. Ну, кому уже вообще пути к нам нету? Нет, тут что-то не вяжется. Я вас понимаю. А что скажете вы? У меня в этом вопросе ясности нет. То, что говорит безродно, я об этом думал. И все же ты человека за решетку? Слишком много против него. Это раз.
Если Кандауров хочет толкнуть меня на ложный путь, сделай вид, что поверил. Посмотрю, чего он добивается. Резонно. А ваше мнение? А я уже сказал, ни спецу этому не верю, ни ей. После всего этого нет у меня веры. Считаю необходимым отдел ее отстранить и начать следствие. Страна помирает с голода. Хлеб подвести нечем. Каждый пуд угля золотой. А тут... Вы меня не убедили. Думаю, Вершинину можно доверять. Дайте ему все материалы по сухой балке, документацию. Но только тихо, незаметно. Если надо, свозите в шахту. Ночью осмотрите. Я думаю, безродная тут правильно подметила. Воскресник, шахта большая. Ну, как несчастье. И обо всем этом оповещайте меня. Значит, уговаривать пришел. Партиец. Так о чем агитировать велено было? Вот это? Садись. Садись. На, читай. Я слушаю. Посмотри вокруг. Далеко, беспредельно далеко, виднеется даль. Это даль, разбитые цепи фронтов. И наш родной 10-й съезд, твердо и решительно. Умеет сказать Александра Ивановна. Ну, а здесь? Это я не могу. Я неграмотный. А как же ты? А вот так. Это по картинке запоминаю. А так нахожу грамотного. Он мне читает, а я разъясняю. Просто память у меня хорошая. Значит, неграмотный грамотного учит. Разъясняй. Нам необходимо 50 паровозов. Нет и половины. Разъясняй. Дан приказ о передислокации 3-й трудармии для оказания помощи в труде и в борьбе с бандами. Так что, выходит, все равно вам крышка. Атаман, да заткни ему глотку! Опомнись, атаман! Ступай, милый, ступай! Дети же у меня! Трое хворые! Страшно помирать? Страшно. Значит, есть дела на земле? Есть из-за чего помирать, да? А мне вот порой брат уже, и не страшно. Ладно, а вот отпущу. Казнишь безродную, а? Ну, наган дам. А в залог, чтобы не съелил. Эти трое твоих хворых, а? Вот видишь... Не хочешь. И я, милый, не могу. Такова ситуация.
Куда же вы? Я? Да. Распоряжение дать. А вы конторщика пошлите. Мне необходимо. Что? Живот заболел? Да. Спустимся вниз, коллега. Нет. Я не могу. Я болен. Вы так боитесь, будто знаете, что там катастрофа намечается. Не волнуйтесь, озеро не обрушится на наши головы. Я скажу. Я все скажу. Давно бы так. Взять его. Вершинин! Витенька, ну как ты? Спасибо. Саш, я тебе потом, все объясню. Великий почин. Как это? Назвал Ленин. Миллионы пудов угля уже сегодня двинулись к детям Красного Петрограда и Москвы. О них наши думы. В нашем сердце не затихло, в нашем сердце еще не затихла нежная струна, которая звучит от детского плача. И мы вызовем детскую улыбку, счастливую детскую улыбку нашей народной коммунистической лаской. Комиссарша! Комиссарша! Ты писала? Я? Вот. Сдаемся. Это все? Сколько же еще у Кандаурова? Да сотня наберется. Грозился с тобой посчитаться. Ну, это мы еще поглядим, кто кого. В Семеновском кусте постановили отработать воскресник полторы нормы. Ничего. На татарке тоже флаги выкинули. Оркестр готовят. Скоро они другую музыку заиграют. Заманишь безродную на разъезд, как договорились. Чего? Пропала я, Сан Ванна. Совсем пропала. Да что случилось-то? Полюбила я. Не удержалась. Да и он. Ну и что? Что же мне теперь делать, когда так вышло? Да кто он? Дворянин. Вершинин. Вот, посоветоваться пришла. Все же не наш он, не пара мы. Когда же он успел, проклятый? Успел. Ты иди, Зина, иди. Тут я тебе не советчица. Александра Ивановна, звонили с разъезда, требуют срочно. Александра Ивановна, а как же... Начинай набирать, я потом додиктую. Mm-hmm.
Еще малой, вот вырастешь тогда. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Саша! Саша, подожди! Ну не могу я, чтобы ты на меня зло держала. Я тебе все объясню. Ну не сердись. Ну полюбил я эту девушку, полюбил. 100 дорог прошел, 100 путей, все повидал. Ну весь свет перевернулся. Ну что мне делать? Вот дело какое. В одном кусте... В Чистяковском 1700 рабочих. Каждый за день дает 37 пудов угля. Сколько за месяц дает этот куст? И почему так мало? Что это? Задачка. Хочу свою советскую арифметику заводить. А то в учебниках все купцы да купцы. А у меня в газете будет свой уголок школьника. Верная задачка. А ты не ослышалась? Да нет, сюда вызывали. Что за черт? Здравствуй, Александра Ивановна. Глупо. Ну вот и славно. И вы здесь, ваше благородие. А я ведь тебя предупреждал. Что же вы неосторожно так, Александра Ивановна, а? Ты мертвец. Ты за свои хутора кровь пускаешь. А их-то зачем на погибель? Судороги твои последние. Чего тянешь? Стреляй. Быстро ты. Легко уйти хочешь. Смерть, она ведь уважение требует. Сюрпризец напоследок, Александра Ивановна. Сюрпризец. Не будет сюрприза. Трясется твой Серебровский в ЧК, дает показания. А сотника твои же люди связались, сдали мне. Так что... целости и сохранности будет сухая балка. Значит, не вышло у меня. Хотелось мне, Александра Ивановна, уйти. Да так дверью хлопнуть, чтобы в Москве стекла посыпались. Не вышло. Ну что ж, Витя. Простимся. Видно, свела нас судьба навеки. Держись, родимый, напоследок. Прости меня, Саша. Прощай.
Со святыми упокой. Ты! Анкета из партийного архива. Фамилия. Безродные. Год рождения. Из приюта. Точной даты нет. Национальность. Не знает. По желанию записана интернационалисткой. Должность. Редактор уездной газеты в Донбассе. Мы из тех, кто глаза обжигал светом будущих далей. Мы из тех, кто коней подгонял, чтобы кони скакали к вам по степям и по годам, к вам по земле, по небесам. Неспроста под копытами дни звездами стали. Сабли вон, если встретится ложь, если встретится подлость на земле, где не просто живешь, ты сегодня исполнись, стань лучше нас, добрее нас, стань не когда-нибудь сейчас, и пускай будет главным в судьбе чистая совесть. Верьте в нас, но не так, как в богов, как в мечту в нас поверьте. Верьте так, без молитвенных слов, в нашей жизни и смерти. Здесь, где сочилась кровь из дней, здесь, на земле, что нет родней, где пришествие вечной любви будет, поверьте.